Калининский районный суд передали уголовное дело о разбойном нападении на магазины бытовой техники. На скамье подсудимых скоро окажутся сразу трое южноуральцев. Ранее силовики провели захват подозреваемых в серии налетов на торговые точки. Фамилия! Визита силовиков мужчина явно не ожидал. После допроса выдал адреса своих сообщников, и тогда группа захвата отправилась и к ним. Здесь им никто не открыл. Тогда оперативники приняли решение взламывать входную дверь. Либо найди. Дверь полетела. В итоге всех задержали и собрали на допросе в Ленинском отделе полиции. Криминальной троице, которой, как считают сыщики, терроризировала магазины бытовой техники, оказались жители Челябинска. Одному 32 года, второму 27 лет и их 30-летний товарищ из Копейска. Один из них во всем признался. За что задержан? По подозрению в ограблении магазина МТС. По какому адресу? Гагарина, 16. Когда это вы совершили? В феврале месяце. С кем? Дело один все. Вот только сыщики подозревают, он пытается выгородить друзей. По мнению служителей закона, эта компания причастна к налету на несколько магазинов салонов связи. Это, к примеру, кадры с улицы Молодогвардейцев. Они использовали дымовую шашку, а потом вынесли товар. В этой торговой точке ущерб после их визита оценили в 1 000 000 рублей. И вот впереди у мужчин суд. На данный момент двое под стражей, а третий под подпиской о невыезде.